нашем университете открылся центр физики, целью которого является формирование навыков базового цифрового проектирования физических и математических процессов. Новый центр физики позволит подготовить конкурентоспособных инженерных и научных кадров. В него входят 6 учебных лабораторий по общей физике, а именно механики, молекулярной физики, электричества и магнетизма, оптики и ядерной физики. В лаборатории вуза были закуплены новые учебные оборудования, которые отличаются от старых повышенной электробезопасностью. Кроме того, сменные модули аппаратов могут быть подключены и управляться с компьютера, что открывает новые горизонты в способах преподавания и обработки полученных результатов. Классы готовы к приему студентов, и уже студенты учатся у нас. В эпоху цифровизации обойтись без смарт-технологий невозможно. Шагая в ногу со временем, вуз создает все условия для студентов в период пандемии. На образовательном портале для обучающихся есть платформа EcoTuLab, которая позволяет в онлайн-режиме записаться для выполнения лабораторных работ. Также можно забронировать удобное для себя время. Кроме того, студенты могут через специальные QR-коды, которые есть на каждом рабочем месте, получить доступ к необходимой информации прямо у себя в телефонах. Вся необходимая информация открывается, и как это работает выполнять. То есть мы убрали бумажную часть. Самостоятельно можешь прийти и начать работу. Поэтому часть оборудования уже имеется, сейчас уже поставляться будет. Самое лучшее оборудование, которое в мире производится, мы закупаем. Потому что мы понимаем, физика – это базовый элемент. Это всего лишь первый этап развития проекта. Задача – создать не только лучший в стране центр физики, но и во всей Центральной Азии.